А что там насчет истории про такой карту? А, так они там сами себе обманули? Да. В 70-х на авиационных выставках появился винтовой самолет с турбовинтовым двигателем, с очень хитрыми лопастями такими большими. Видали, наверное. Такие вот серповидные. А, я видел такие, да. Да. Американцы утверждали, что эти самые винты позволяют достигать больших скоростей, справляются с основными недостатками турбовинтовых двигателей, ну, обычно с узкими лопастями. Все такое проще. Прелесть заключается в том, что они действительно. То есть заключается в том, что американцев этих винтов не было. Не было. Они просто из головы. А русские подумали, что надо все такие же сделать, и сделали. Советские товарищи посмотрели, сказали, ух ты, и сделали. И оказалось, действительно лучше. Действительно лучше. Американцы хлопнули себя по затылку и кинулись догонять. И сами себя обманули с этими элементами. А сегодня раз было за все сказали? Ну, на самом деле, история техники такими вещами насыщена чуть более, чем полностью. Особенно военными. Чуть более? Да. Это сплошной взаимный лохотрон.